Итак, чисто ознакомительное видео. О том, что находится внутри вот так называемой батарейки кроны. Для начала проверим их. 8,29 вольта. У этой 4 вольта, и у этой 7,66. Ну, собственно говоря, Сонька самая убитая, кодекс самая живая, в принципе. Ее еще можно использовать. Форм-фактор у них плюс-минус одинаковый. Так, возьмем Соньку, самую подубитую. Это пока отложим. Это нам уже сейчас не пригодится. Ну и вскрываем ее. Посмотрим. Вообще в идеале у нее должно быть 9 вольт. По старой советской традиции. Тысячу раз уже разбирал. Но вам дома делать этого категорически не советую. Гораздо проще взять и посмотреть видео. Вот так выглядит сама батарейка. Здесь контактная пара. Ну и ячейки. Плюс-минус они одинаковые. Обычно они, их можно взять и разложить. Рассоединить. Ну, здесь сие невозможно. Вот здесь был плохой контакт, кстати. Раньше они не были связаны ни пластиковой составляющей, ничем. Ну, в общем, такие вот ячейки плюс-минус одинаковые. Разберем-ка мы еще одну. Вот это запаяно в пластике. Если снять, вот эту пластиковую красивую наклеечку. Ну, тут даже пластиковый корпус. Что-то новенькое. Так даже будет интересней полазить. Раньше были все плюс-минус одинаковые в железном корпусе. Теперь же вот есть и в пластиковом. Использованные батарейки лучше всего сдавать на переработку во Вкусвилл, либо в специальные мусорные контейнеры кидать для аккумуляторов и батареек. Ух ты, как интересно. Здесь он пробочка какая-то. Так. В пластике, наверное, даже как-то симпатичнее будет все это дело смотреться. Ух ты. Действительно что-то новое. Потому как здесь вон чего. И, возможно, это еще перезаряжаемые аккумуляторы, что ли. И это алкалайновые батарейки. Итого 1,5 и 1,5. Да, выходит 9 вольт. Смешно, конечно. Такие 6 микропальчиковых 3А батарейки. И вот вам готовая крона.
за минимальную денежку. Да, еще и с колбасней соединены последовольно вольтаж, чтобы поднять. В общем, как-то так. Два вида внутреннего содержания. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.